О! Итак, пацаны, после качалочки приехал вот-вот только что. И продолжаем уже на следующий день. Я продолжаю записывать The Walking Dead. Не беспокойся, это было достаточно давно, с тех пор они не лезут внутрь. Ну-ка, все сели. Пойду принесу еду. Ах, кузнятина. Я могу съесть все сразу. Где Марк? Не стоит беспокоиться о нем. Я уже отнесла еду ему наверх. Дай ему немного передохнуть. Не против, если сначала помою руки? Ванна сразу на выходе из холла. И вымой все... вымой все под ногтями. Ты грязнуля, короче. Ой, пацаны, еще даже не поел, сразу для вас записываю следующую серию. Я знаю, насколько вам понравилась эта игра, поэтому я стараюсь записывать как можно больше. Поэтому сейчас же разбираемся во всем, значит... Значит, тогда я уже поднялся наверх, сейчас снова будем подниматься, я знаю, это ни о чем. Может быть, я это вообще обрежу, посмотрим. Так, ну давай, пошли. Короче, сейчас мы поднимаемся, а там наш друг лежит. Ему там потрубали ноги, да, как я помню, ноги, руки. Уже точно не знаю, что именно, ну да ладно. Сейчас будет неприятно, друзья. Так, вот дверь кладовки, тут провода были, да? Помните? Вот. Да. Вот провода, смотрите. Там... Да. Куда идет этот кабель? Ну-ка, давай подключим. И хоба! Свет загорелся. What the hell? Какого черта? Ну все, давай посмотрим, что там. Давай сейчас же посмотрим, что там такое. Что от нас прячут? Эти фермеры на самом деле не такие уж и добродушные, да, как нам кажутся. Притворяются перед нами такими добрыми, а на самом деле демоны внутри, демоны обитают в них. Ой-ой-ой. Марк, какого черта тут произошло? Братья. Какого хрена случилось с твоей ногой? Нет! Не ешь ужин. Ли, ты там уснул? Ужин на столе, все тебя ждут. Ух ты, барбекю. Клементина? Так, быстрее, сейчас быстрее надо. Так, доберитесь, ага, я понял. Так, чуваки, бежим, быстрее. Давай. Так. Вот на этом моменте мы с вами остановились в прошлый раз. Не ешьте это! Что, Эм? Ли, господи, ты что-то нашел? Сядь на место, успокойся, эта женщина приготовила тебе еду. Да, Ли, что на тебя нашло? Марк наверху без ног. Вы едите его. Какого черта? Спокойно. Ты пугаешь детей, Ли. Ли, что на тебя нашло? Не потакай ему, Лили. С этим парнем всегда что-то не так. Поднимитесь наверх и взгляните. Вы найдете парня с отрубленными ногами. Это молочная ферма, а не ранчо. Подумайте. Это правда. Все могло так хорошо оказаться для вас, ребята. Мы все равно поняли, мы должны думать о выживании. Успокойся, дорогой. Если ты вырос в сельской Джорджии, то тебя учат быть жестоким, короче. Так была воспитана я, и так воспитал своих детей. А теперь у нас тут монстры бродят вокруг, которые ничего не делают, кроме поедания людей. И для чего? Да вы больные! На всю голову! И это не очень вежливый намек. Ну так и есть. Энди прав, мы используем людей, которые все же должны были умереть, так или иначе.
Вроде вас. Ёп, ты чё сказанул-то, дурак? Клементина, беги! Никто никуда... Оу! Фак! Бля, охуели? Здесь возможно одолеть много чего. Что? Как? Что, нахер, что за пиздец? Опустить свои пушки, мы уходим! Я не хочу умирать! Мы влипли. Ли! Бля, чё... Ёбаный в рот, дебил! Сука, я убью тебя, бля! Бля, пиздец, друзья, вот что и получилось, я так и думал. С самого начала. Так, Марк? Кто там, Марк? Марк, поди, пополз, да? А, пожалуйста, кто-нибудь! Теперь-то вы мне верите, а? Клементин... Ёб твою мать, ну блять, ну Ли, ну чё за хуйня-то? Откройте эту чертову дверь! Вы не можете держать нас здесь! Откройте, я голыми руками разорву вас, ублюдков! Прекрати стучать! Вы больные, ёбаные ублюдки! Откройте дверь, черти! Я вышибу эту чертову дверь! Папа, успокойся! Это был человек. Они пытались заставить нас съесть человека. Но ты же не ела. Нет. Но остальные съели, черт возьми. Если бы ты не... Да ладно, папа. Это выход? Да. Через эту ебаную дверь. Если не трогать мою семью, вы убиваете их сукиных детей. Они заперли нас. Я думаю, это холодильник. У этих психов Катя и Даг. Открывайте, суки! Папа, пожалуйста, остановись! Мне страшно. Не бойся, все будет хорошо. Я найду нам выход отсюда. Бля, ну хоть бы нашли, пожалуйста, побыстрее. Бля, пацаны! Вот что я думал, так все и случилось. Я знал, что они каннибалы. Это было ясно с самого начала. А мы сюда приперлись, и все почему? Мясо. Я не хочу знать, чё оно. Все почему? Я-то отказался идти на фирму, а вот эти вот, наши, блядь, друзья, все-таки решились на такой шаг. Зачем? Это не моя вина. Может, за поддонами есть дыра? Не повезло. Не, ничего нету. Еще нас сейчас поубивают, а что тогда? Надо как-то убирать. Соли лизунцы весьма тяжелые. Нет, дверь слишком прочная. А, пробить дверь, что ли, ими? Так, ну, вот, вентиляция, слышь? Ха. Ну? Я выбью проклятую дверь! А? Блядь, ну ты че? Спокойно, у меня же больное сердце. Да, серьезно? Нет, папа, ну же, папа! Боже, он не дышит! Кажется, у него сердечный приступ! Бля, он умер? Он не умер, кто-нибудь, помогите! Ебать! Если он умер, он не умер! Ты знаешь, что произойдет, Ли? Подумай, ты видел того беднягу Мотеля? Как быстро он превратился? О чем ты говоришь? Ли, мне очень жаль, правда жаль. Но через несколько минут мы окажемся в запертой комнате с двухметровым, со 40-килограммовым и разъяренным мертвяком. Пошел нахуй, может, спасибо, Ли. Будем оплакивать его позже. А сейчас нам нужно предотвратить его возвращение. Черт возьми, Кенни, он не умер. Мы не можем убить его, если он не умер, Кенни. Ты помнишь, как тяжело тебе было оторвать то чудовище от Кати? А Ларри двое больше его. Либо он, либо мы. Кенни, подумай. Нет, не думай, что я забыл твои слова, аптеки. Но я поступаю так же. За исключением того, что Даг не был укушен, а мы знаем, что этот парень не выживет. Вспомни, что говорил Бен. Нужно разрушить мозг. Ну же, Ли, ты не можешь оставаться в стороне. Сейчас ты должен поддержать меня. Черт возьми, Ли, ты нужен мне, пожалуйста, помоги. Бля, серьезно? Опять я должен выбирать?
Я что делать, друзья? Кенни, браток! Я не знаю, ты прав, Кенни. Давай покончим с этим. Да вы ёбаное чудовище, вы оба! Я не хочу смотреть, извините. Нет. Отпусти, не делай этого. Бля, ну придется, я не знаю, чуваки, правильно это или нет, я уже не знаю просто. Отпусти меня! Блядь, еще? Нет, пожалуйста! Серьезно? Блядь! Ебать! У меня нету слов. Да поможет нам Господь. Мне очень жаль, я знаю это. Блядь, не трогайте меня! Клементина. Клем. Ты в порядке? Почему Ли? Лили говорит, что он не умер. Мы не могли этого допустить. Ты понимаешь, почему мы должны были это сделать, Клементина? Так он не превратился в одного из этих монстров. Все верно. Я знаю, но ты сейчас должна быть сильной. Мне нужно, чтобы ты была сильной, подумай о чем-нибудь другом. О чем-нибудь хорошем. Например. Твоя рация. Как насчет рации, те разговоры понарошку с мамой и папой? Разве после них ты не чувствуешь себя лучше? Иногда. Мы ведь выберемся, да? Ты нашел выход? Я работаю над этим. Бля, сегодня серия, конечно, полный пиздец, друзья, я не знаю. Ебать, и что теперь? Она же теперь будет меня ненавидеть. После этого.